Команда Хаджимей. И вперед. Вау, с колен хотел провести бросок. Ну, если бы еще руками под себя хорошенько доработал Салюков, борец с синим кимоно, я думаю, это был бы бросок, оцененный судьями. И достаточно хороший бросок. Но, эх, не смог перейти на удержание. Борцов поднимает стойку. Нет, ребята, такой с такими подворотами бросок не получится. Вот арбитр делает замечание борцу в синем кимоно за пассивное ведение. За стягивание в партер. Не пассивное ведение, а за стягивание в партер. Без всяких там выведений. Сейчас активизировался борец в белом кимоно. По-моему, у борца в синем кимоно Салюкова был свободный выход. Если я не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь. Да, вот, пожалуйста, судья делает замечание Шида за свободный выход за пределы рабочей зоны. Ох, как хорошо, блин. Ну, не довернул. Обычно этот бросок нужно под него подлезть прям. И руками через грудь красиво оторвать на второй этаж. И потом уже бросать через грудь. Ну, а это просто завал. Просто завал на бок. Второе замечание имеет Салюков за пассивное ведение борьбы. Ну, вот сейчас у него была попытка провести бросок. Не увенчался успехом. Опять зашагивание. Хотел сделать зашагивание. Нет. Не получается. Нет. Руки не работают. Не работают руки у обоих борцов. Просто подвороты. А ведь нам же хотелось бы видеть хорошие броски, техничные. Чтобы было интересно смотреть. Но пока что мы их не видим. Я думаю, туда поближе, к финальному блоку, ближе к финальному блоку, мы это все, конечно, увидим, уважаемые любители дзюдо. Остается минута 45 секунд. Вот провел переднюю подножку красиво Салюков. И сразу же продолжил атаку и взял на удержание дзюдоиста в белом кимоно. Удержит. Я думаю, удержит он его. 15 секунд, если удержит, это уже будет чистая победа. Так как у него оценка в азаре. Есть. Все. Итак. Удержанием схватку выиграл Салюков и Москва. И выходит следующий круг наших соревнований.